Согласны с утверждением, что успех «Шнура» и группировки «Ленинград» в основном обязан именно достаточно вольному использованию этой ненормативной лексики? Да, согласен. Другое дело, что Сережа сделал это очень грамотно, и у него вот как раз матерные слова во мне лично не вызывают неприятия, он их очень... Ну, за редкими исключениями, очень изящно, так сказать, втыкает в полотно речи, скажем так.